Всем доброго времени суток. Значит, что я хочу сделать? Значит, хочу сделать картошку, шампур, подсолнечное масло с запахом и чесноком. Сейчас я тебя выпущу. Поел, что ли, уже? Не этот. Масло сливочное, фольга. Ну, это я разжигать буду. На картошку сейчас я это все покажу. И этот хочу сделать на углях, но для этого для начала нужно, конечно, прекрати. Это мазуколку мне купили, дали на, говорит, мазать. Че, чем мазать? Так, тихо, не скули. Поел, я знаю. Сейчас я тебя выпущу. Еще не прошло время, чтобы тебе. Сейчас я тебя выпущу. Ай-яй-яй. Пубили не, а зачем сюда вставляю? Вот пенечки есть. Сейчас дровишки как раз из леса вестимо, да? Сухостойничек. Вот я видел, просто знаете, что? Я увидел это в ТикТоке. И сейчас, Гром, подожди, не психуй. И этот очень неплохо получается. 20 минут картошка готова. Хочу сделать молодая своя картошка. Сейчас, Гром, сейчас. Его выпущу. Просит, он рано утром меня поднимает. Давайте выпустим его. Этих пока я только загнал. Эти сейчас я вас буду кормить. Последний мешок я вам открываю. Насколько хватит, а там может холода наступит. Не знаю. Удобно, конечно, еще, конечно, протянуть то время, чтобы вас кормил Алик. Приходил, чтобы варить вам точно не будет. Что? Вы только с гулянки. Ну, побегай. Самое пекло всегда лезет. Отдали мне сейчас, забрал утеплитель, один тюк. Забрал этот, пригодится. И железо. Меняли дома железо, отливы. Видите, тюк мне отдали один. По чуть. Алика, обо мне заботится. Что? О, какая страшная. Ух! 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 О! 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 О, зверь какой, да? Вот. И мы будем это железо резать. Оно пойдет у меня вниз на отливы. Ну вот так вот. И загиб будет. Этот загиб останется. Этот загиб перенесется сюда. И по кругу дома. Ну, что-то докупить придется. Так, ладно. Бог с ним. Эта стройка, это отдельно. Я хочу приготовить картошку. Ну и чем я сейчас займусь? Это время идет, а время это картошка. Грызет, конечно. Хочу картошки, не могу. Вот посмотрел. Ну я так чисто немножко дров, а так угли. Хочу дымка. Можно было просто тупо угли и все. Но хочу дрова, вот не знаю. Как на костре. Увидел и прям так быстро, 20 минут вроде как говорят, и так захотелось. Думаю, когда я сделаю. А смотрел уже неделю две назад эту картошку. Даже лайк поставил, чтобы не потерять видео. Сухие веточки. Как-то ехал, набрал, гляжу, наломал. И лесные, получается. Не домашние какие-то дрова. Чисто лесные. Запах идет. Чисто лесом хворост. А зимой, когда в мороз, костер горит в лесу, ты греешься. Дымок идет. Ты возле костра. Прям лепота. Скоро впереди
сезон охоты. Все. Удобно очень, быстро. В тайге очень удобно. Он до сих пор даже не менял еще ни разу баллон. Ну, горит. Сейчас чуть прогорит, угольков брошу. Гром! Пискнул и все. Гром! Гром! Солнце красное. Вот. А чё ты молчишь, не отвлекаешься? Спиногрыз. Гром. Так, ну что, угли у меня практически готовы. Фольга, не улетай. Это уже темнеет. Фу. Так. Обычно мы картошку делаем в углях. Все знают по-деревенски, да, как это. Картошку я среднюю выбрал такую. Не очень большую, не очень маленькую. Я не знаю сколько. Пару шампуров сделаю, больше делать не буду. Ну, 5 штук. Там, кто как делает, тоже пишите. Может быть, я что-то возьму на заметку. И вот сказали до шампура. В принципе, как по спирали. Ее всю прорезаем до самого этого шампура. Не бойтесь, вроде должно все получаться. Я еще видел, знаете, что сюда в этот кладут кусочки сала, бекон или что-то еще. Тонковато выходит. Она как гармошка получится, если где-то она идет непрерывно. Ой, как жарит руки. В принципе, все картошные я разрезал. Вот, сейчас я сделаю также второй шампур. Они все вот так вот змейкой. Видите? Вот так вот. Гром, ты не лазишь? Сейчас я второй также приготовлю. И будем смазывать сначала сливочным маслом. У меня чуть-чуть есть. И подсолнечное масло с чесноком. Потом все завернем в фольгу и на угли. Громчик. Так, вся картошечка у меня сделана. И чуть-чуть. Куда ты потащил мой тапок?
как гармошка складывается, растягивается. Видите, как она получается? Немножко. Я ее чуть раздвинул. Беру подсолнечное, это сливочное масло. Блин. Подтаяло. Да-ра-да-ра-да. Стоям бы. Маслом кашу не испортишь. Где эта штучка моя новая? Вот она. Подсолнечное масло с чесноком. Все мы это дело смазываем. Чесночка мы сейчас, она не цепляет, очень мягкая, но чуть-чуть получается чесночка сыпануть, и ну никак. Ладно, сейчас так смажу, а чесночка уже, о, здесь чесночка хорошо пошло. Ой, какая она прям уже можно кушать. Хочется. Пусть на ту падает. С чесночком по-деревенски все. Ой, запах он идет, ребята. Запах чеснока, костра. Это бомба. Начинка. Я прям уже валяюсь, тащусь. Ну, падает что-то, что-то не падает, а что-то падает. Ну, и бог с ним. Так. Два вида масла. Запечатлено. Гром, ты что там? Угли. Красота. Картошка. Красота. Теперь фольга. Заворачиваем всю фольгу. Заворачиваем все. Упаковываем. И нахлёст. Кончики тоже закрываем. Вот такая у нас люляшечка получилась из картошечки. По-русски. Сейчас вторую. Вот, получилось вот такой вот
люля в фольге, ставим на угли. И погнали 20 минут примерно. Лера будет кушать салатиком картошку. Ты, мой друг, сидишь, ты ждешь. Да? Домой хочешь. На контроле все держишь. Молодца. Так. Перевернем чуть-чуть. Не достали грохотать. Бабахают, бабахают, бабам, бабам. Может, кто женится. Может, у кого день рождения. О! Так, помахать можно. Ни в фольге ничего не будет. Там много пепла. Фу. В фольге ничего не страшно. О! Разлетайся. Давай, вот, пыхти. Что пригорюнился? Так, время засек. Ждем, ждем, ждем. О, чуть фольга, чуть, видите, меняет. Ждем. Не знаю, прошло уже 20 минут. Бабахует, бабахует. Не знаю, пробовать, наверное, надо. И это распаковать. Ай, она-то теплая. И какая она, какой запах, ребята. И она готова. Правда, готова. Ай, много где порезал, развалилось. Но мы подвинем, соединим. Блин, передержал. Не 20 минут, а 30 минут. Так что не передерживайте. Смотрите, какая красота. Но картошку вот эта пойдет все равно в желудок. А где? Где дверь? Алло. Дверь нашел. Запах чеснока, картошки. Она в масле, можно сказать, да, спарилась, запарилась. Запах стоит, не представляете, какой очень вкусный, деревенский, обалденный, чесночный такой. И вот это вот вообще шикардос. А теперь мы ее подрумяним на углях. О. Чуть-чуть подрумяним, и она готова. Вот это мы чуть отставим. Ну и посмотрите, красота. Ну? И она не подгорела, не сгорела, и она готова. Чесночок, видите, остался на картошине. Сейчас мы ее подрумяним. Мы ее подрумяним чуть-чуть. И все, я пойду кушать.
Так что всем заранее желаю приятного аппетита. Всем всего хорошего. Ну, еще минут 5, и можно будет просто обрумянить, то есть придать ей запеченный вид. И все. Вот, в дом не пойдем, потому что у меня там бардак, дурдом. И мне надо разбираться, намываться, наводить губы дома после перестановки. Все у меня тяжелые сейчас такие трудовые по дому дни. Ну, как бы бытовуха. Вот. Ну, с вами картошечку вот здесь давайте попробуем. А я сейчас салатиком это все дело съем. Единственное, что я забыл. Мой косяк. Я соль не взял, не посолил. Блин. Вот видите, спешка нужна. Причем, ну, картошка и без соли, между прочим, очень вкусно. Наверное, просто что я голодный. Вот я реально миллионер. Вот можно из картошки сделать миллионное блюдо, которое стоит, там, может, в ресторане Пушкин или где-то еще огроменные бабки, а я ем за 26 рублей. Посолю на столе. Посолить недолго. Подрумянилось. Сильно подрумянилось. Чуть-чуть в сторону. Ребят, лафа. Честно скажу. Я не донесу, наверное, до салата. У меня салат там нарезан. Все. Юра подъел. Как бы хочется в прикуску огурчик. Огурцы свои, помидорчики свои. Ну, просто песня, ребята. Деревня, это вот, есть свои плюсы, есть дом, конечно, это такой геморрой. Стройка некончаемая, высасывание денег из кредитов, не знаешь, когда вылезти. Но зато, получается, ты вот даже, вот, получается, платишь за эту даже картошку, что ты ее ешь на мангале. Проплатил. Как бы, знаете... Это очень приятная суета с домом. Ты облагораживаешь себе жизнь, делаешь уют. Пусть тяжело, и все так делают. Ну, конечно, есть у кого деньги, они хорошо строятся, и дома, конечно, другие. Но мы по-другому счастливы. У меня 5 голов, и все счастливые, все меня любят. А я их. Все, пойду я. Давайте, всем пока-пока, увидимся.